Всех приветствую, зрителей и кто случайно попал на данное видео, значит, вы ищете регистратор. Сегодня будет обзор регистратора компании Asdom. Дашка, модель, сами видите, какая. GS63H. Не готовился, друзья мои, будем первый раз с вами распечатывать данную модельку. Так же, как вы первый раз вижу, лежит. Предложили на обзор. Взял. У всех из вас, ну, у многих, у большинства есть автомобили. И сейчас без веб-камеры. Без видеорегистратора никуда. Автоподставы на дорогах. Где-то доказать в суде, что вы правы. Поможет вот данная штучка. Здесь у нас усиленный наборчик. Максимально еще задняя камера. Мы сейчас с вами распакуем ее. И я тут ее поставлю на автомобиль. Заднюю камеру, конечно, я не буду подцеплять. Там надо всю проводку. Но мы ее здесь сейчас в лабораторных условиях подцепим. Посмотрим, как все показывает. А камеру я поставлю, поезжу. Ну, я там поснимаю на нее, качество вам покажу. Насколько это возможно передать. Давайте распакуем. Посмотрим комплектацию, что да как. У меня и лабораторник есть. Подключим, если что, ее к лабораторному блоку питания. Включим, посмотрим функционал. Погнали. Вот комплектацию посмотрим. Задняя камера. В такой коробочке происходит. И сама камера. Ну, здесь у нас название. Основного такого информации нету, только модель камеры. Что мы тут видим? Сам регистратор. Ну, я думаю, наклеечками мы разберемся с управлением. Дальше. Видим, что GPS-антенна сразу присутствует. Вот она есть. Данный регистратор чем хорош, что он вертится во все стороны. У меня в машинах стоят, в бок я не могу повернуть, она такой вперед смотрит. Данный регистратор можно крутить. Здесь у нас для задней камеры вход. Здесь у нас крепление будет крепиться. Карта памяти. Надо будет ставить. Кнопка включения. Здесь у нас древний вход микро-USB. Здесь HDMI, непонятно для чего. Ну, наверное, куда пользуется. Дисплейчик. Кнопочка. Ой, кнопочка reset. Сброса динамики, микрофон. 4К заявлено, Wi-Fi. Ну, не знаю. 4К, наверное, интерполированы. Давайте дальше смотреть, что у нас тут ожидает. Богатый функциональный набор. Крепление. Я все хочу показать быстрые обзоры, минут за 3, но у меня не получается. У меня почему-то не всегда подробные получаются. Так что не обессудьте, ребят. Ну, не могу я по-быстрому показывать, мне хочется все детали затронуть. Чик. И все, пожалуйста, увертите его в любые стороны. Вот это классная штука. Снимает он у вас, например, дорогу. Милиционер к вам подошел, развернули, побеседовали. Нарушение инспектора заметили, сняли. Выложили, отправили. Инспектора уволили. Все чётенько. Удобно. У меня не крутятся регистраторы в машине. Надо снять куда-то, убрать, пожалуйста. Быстро съем. Снимается. Четко. Адаптер. Что у нас тут? Адаптер не написано. 12 вольт, 2 ампера. А, 12 вольт, 24 вольта. 5 вольт выдает 2,4 ампера. Ну, я тут на блоке питания у себя поставлю 2 ампера. На лабораторнике. Видимо, от него у меня провода есть уже. Здесь у нас идет кабель. Достаточно длинный. К видеорегистратору подключение и к USB будете включать. Я думаю, понятно. Прокладывать по салону.
Мы же, конечно, на временку, я все сделаю. Сейчас холодно. Укладывать проблематично. И что здесь у нас еще есть? Здесь у нас есть шпакель, чтобы прокладывать кабель. И если вы там по стеклу или еще кого-то не хотите заморачиваться, есть наклеечки. Приклеили кабель по нему, протянули. Инструкция. Мануал довольно подробный. На английском языке в цветном исполнении. Приложение нам понадобится, чтобы управлять. Это я все сделаю. Все установлю. Довольно толстый мануальчик. Дальше. Если вы будете полную комплектацию покупать, как у меня, вам еще, погодите, приберу чуть-чуть. Вам еще придет вот такая коробочка с задней камерой. Задняя камера. Все ссылки, между прочим, будут, как обычно, в описании. А то спрашивают, где взять. Разверните описание. Или закрепленном посте сделаю. Смотрите, наклеечка, если кто не хочет прикручивать, можно приклеить просто. Чук, у нас здесь разъединяется все. Нет? Да? Да? Смотри, Диго. Все разъединяется. Все включается. Питание только забрасываете и все. Ну, обычно заднюю камеру, я не знаю. Можете постоянно включить. Можете не постоянно, кто как хочет. Тоже по клееночку снимать не будем. Вставляется это все в регистратор. Оп. Думаю, с этим все понятно. Сейчас я вставлю флеш-карту, и мы его включим. Пойду флешку найду. Я все подготовился. Что я сделал? Вот такой адаптер у меня. Чтобы закрепить плюс-минусом, я приклеил свой магнитик. У меня, чтобы зацепиться крокодильчиком. Я взял флеш-карту. Не знаю, 128 гигабайт будет поддерживать, не будет. Сейчас посмотрим. Так, посмотрим, как она вставляется. Карточку поставили. Дальше нам надо сейчас запитать. Запитаем от лабораторного блока питания. Секунду. Сейчас я попробую. А, так мне что? Мне вот. Я ведь приклеил только и все. Выставил 12 вольт, 2 ампера. На лабораторнике. Дальше включаем в камеру. Ничего не происходит. А, она и ничего не произойдет, ребята. Я забыл включить на лабораторнике. Все пошло. Хе-хе. Туплю, забыл кнопочку нажать на лабораторнике. Так, у нас потребление пошло 0,1 ампер. Ну что, снимаем. Давайте выбираем стрелками сразу язык. Русский есть. Нажимаем кнопочку ОК. Время у нас московское плюс 3 ставим. Все при вас делаю. Число сегодня какое? Сегодня у нас 23.01. Так, 23. Сейчас выставим. Постараюсь, чтобы не бликовало вот этих квадратиков. Почему-то через камеру, вот видите, вот это все видно. А вживую это не видно ничего. Ой, не туда. 23. Так. Окей. Так. Как же передвигать тебе? Ну, этим не передвигаются. А, во, нашел. Вот и не передвигаем. 23.1. Видите, 18 года, что ли, камера еще. 23-й год уже, ребята, ё-моё. Думали ли, что доживем к
Который час? Быстренько смотрим. 11:17 ставим. Ой, сколько? 12:17. Пусть будет. Я не знаю, встроенная батарея есть там, нету. 17:12, окей. 32 пускай будут. Окей. Пожалуйста, отформатируйте без проблем. Окей. 128 гигабайт, видим, что флешечка видит. Разрешение сейчас у нас идет 1280 на 180, 60 кадров. Что мы тут имеем? Давайте в меню зайдем сразу. Я сейчас немножко камеру опущу, погодите, чтобы мне поднимать руки, чтобы вам удобнее было смотреть. Вот видите, эта сеточка, на экране этого не видно, между прочим, изображение. Не фонтан, конечно. Вот запись идет, между прочим. Так, давайте в меню зайдем. GPS еще ловит. Что у нас есть? Есть. Разрешение. Давайте зайдем. Так, не туда. Разрешение. Окей. Можно 30 кадров в секунду убирать, можно 60. Можно 24 кадра в 4К, видите? Или 30. Я оставлю 1860p. А вообще сколько бывает? Давайте посмотрим. Да. Вот так я оставлю. Окей. Дальше, следующее. Цикл записи. Минуты. Ага. 3 минуты. По 3 минуты будут отрезки писать. Ну, меня это устраивает. Таймлапс видео. Нам таймлапс с вами надо. А, если вы куда-то едете. Ну, таймлапс, не знаю. Может, покажу позже. Понятно о чем. Это будет ускоренное видео такое. Прикольная штучка. Окей. VDR. VDR. Выключено. Это у нас... Нет, наверное, надо включить. Это с ночным видением связано. Дальше. Экспозиция. По нолям у нас здесь экспозиция. Окей. Так, я не в экран смотрю, могу промазываться. Vertical Flip Image. Ага, переворачивание экрана. У нас включить, выключить. У нас выключено. У вас, если регистратор вот так будет, можно перевернуть картинку. Это все понятно. Распознавание движения. Ну, она штука не нужная. Если машина впереди проехала, а вы на светофоре все еще вкуриваете, сидите, не понимаете, вас предупредят. Не надо. Это для этих медленных людей. Impact Detection Parking Mode. Это у нас парковка. Если задняя камера включена, то вот эта камера включена, то у вас будет через камеру, а парковаться будете, сигнал будет, что... Ну, паркинг, наверное. Думаю, понятно. Следующее. Рекордное аудио. Видите, русский язык не всегда понятен. А, запись, аудио. Все понятно с этим. Штамп, дата. Включена. Ну, это когда отпечатка, когда будет на видео, чтобы когда происходило событие. Замечательно. Дальше, GPR штамп. Включено. О, замечательно. GPS инфо. Тоже, наверное. А, он сейчас пока не показывает, не поймал спутники у меня в этом, в комнате. Все понятно. Сенсор. G-сенсор. Это что такое у нас? Средний. G-сенсор. Пускай будет средний по умолчанию. Спеду. А, скорость показывать может. Километры в час или в милях? В километрах живая скорость. Живая скорость давайте включим. Потому что иногда со спидометром... неправильно показывает. Будет по GPS живая скорость. Так. Следующее. Разрешение. Ну и в принципе, наверное, так. Так. А вот это что такое? Ну, экран не сенсорный, видим. Кнопочка. А, кнопочка экстренной записи есть, как обычно на регистраторе, если вам надо быстро сохранить видео. Видео, окей. Ага, вот у нас еще настройка, перешли мы. Настройки. Ребят, первый раз, честно, вижу. Вот с вами разбираюсь, сижу еще, не вникал, так что могу тупить. Wi-Fi.
Выключен. Это к телефонам подключаться, если нам дальше. Time Zone Settings. Ну, это мы уже настроили временной интервал. Дата формат, дата время. Настройки заставки. Заставка через одну минуту. Бездейственно. Ну ладно, пускай будет настройка заставки. Звук клавиш. Пусть будет. Громкость. Язык. Лицензия плейт. Лицензия какая-то. Или что это? Частота освещения. Ага, вот это интересно. Вот здесь, ребята, ставьте всегда 50 Гц. У нас в розетке 50 Гц. Если вы 60 оставите, то у вас будет видео моргать. Когда вы ездите, будете. У нас же светодиодное освещение везде стоит, в городах везде. Если 60 оставить, то у вас будет мерцание в кадре. 50 Гц, она будет синхронизирована, что в розетках у нас 50 Гц. И оно там... Еще в пункт обычно сейчас добавляют авто, здесь авто почему-то нету. Ну-ка, частота, все, 50. Это важно. Storage space. Ну, о карте памяти. Здесь у нас все четенько. Форматировать, перезагрузить, и версия программного обеспечения. И все. В общем, все просто. Окей. Ну и все. Смотрите, скорость даже показывает. Будет показывать, какая скорость, флеши. Ну, тут вся информация у нас на экране. GPS еще не поймал между... Ну, почему-то дома не ловит. И вся информация. Все. Что остается? Остается сейчас в машину его поставить, да покататься. Покажу, как снимает. У меня лабораторник здесь выставлен. Видите? 12. Потребление, между прочим, 250 ампер всего. 0,03 ватта. Вообще нифига не ест. Ага, смотрите, еще фишка какая. Когда не работает... Я не знаю, как показать, у меня здесь провода не хватает. Видите? Тук. Батарея разряжена. А тут еще батарея есть. И он часы показывает, просто как часы. Блок питания показал. Все, я сейчас что сделаю? Извиняюсь, что так у вас долго это все происходило, но мне самому интересно было. Мы сейчас, знаете, что с вами? Заднюю камеру не посмотрели. Давайте-ка заднюю камеру посмотрим. Так. Вот так я подключил камеру, включаем питание, подаем на камеру, питание пошло. Сейчас регистратор включится, видим, включается быстро. Сейчас попробуем включить заднюю камеру. Так, камера вообще у нас, что-то, не знаю, как она функционирует, сейчас попробуем. О, все, камера заработала. Видим, что у меня есть, и разметка еще есть у камеры, смотрите. А там было у нас окошечко, 3 в одном. Так, а как это нам сейчас переключиться? Здесь, между прочим, пленочка на камере. Я ее не снял. Вот здесь. Видите? Видим, что разметка идет. Поворота у нас есть. Так. Меню не надо. Дальше, окей. Что тут? Ага. Все понял. У нас сейчас питание идет постоянное. Видите? Постоянно идет питание на регистратор. Вот этот провод надо подключать к заднему фонарю. Когда вы взад встаете, питание подходится на это, у вас переключается, и вы сдаете взад. Вот так это делается. А пишет, я не знаю, постоянно, не постоянно. Вот здесь, если кнопочку мы нажмем, видим, что здесь экранчики появляются. Вот так. Вот это как работает. Это, в общем, у нас паркинг. Тук-тук, и он здесь будет рисоваться. Все, с этим понятно. Еще и подсветочка. Нифига себе, есть, наверное, еще и ночная подсветка. Что-то клеенку не хочу я снимать, ребят, пока вот здесь. Видно, все кажет. Нифига себе, нормально. Нормально. Все, камеру заднюю проверили, все работает. Все четенько. Так, отключаем питание.
Нет, отключить питание не будем отключать, наверное, пускай. А вообще-то отключим. Все, отключил. Видите, что батарея есть, но она еще не заряжена. Отключается. Вот так. Итак. Что, поехали притестировать, наверное. Сейчас я установлю на автомобиль его. Подключим. И заднюю, конечно, не буду камеру, ребят. Но это надо тянуть все провода. Это, наверное, я сделаю. На Ниссанчик, может, я это поставлю. Но летом уже. Сейчас показал, что все работает, все четенько. Мы сейчас только вот я качество с этой камеры вам покажу. Это все-таки задняя камера парковала. Между прочим, четкая вещица. Вещь. На любой машине, вот у меня стоит на Саньонге. Помогает парковаться. Возможно, я летом себе это поставлю. Хотя, может, нет, не знаю еще. Все, пошел я сейчас на машину это поставлю, прокатимся, посмотрим, как это работает. Как будет видно. Погнали. Тесты. Смотрим. Пришел я в автомобиль, вот так я повесил. Регистратор у меня свой, но мы сейчас сравнение будем делать, потому что это разные ценовые категории. Тут дороже в 3 раза почти, это дешевле. Так что сегодня не сравнение будет, я сегодня вам покажу, как он показывает. И вы для себя делайте выводы. Так, сюда я сейчас ставлю от телефона. Мы сейчас подключим вам к Wi-Fi. Сюда запись экрана вставляю. Сразу же проверим. Идем в настройки, в подключение, Wi-Fi. У нас, вот наш пароль будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подключиться. Интернет может быть недоступен. Все. Подключились. Идем в нашу программу. Программа называется Озон. Вот самом внизу у меня она. Разрешение добавляем. Добавляем разрешение. Ну и в принципе, что у нас тут? Видим саму программу. По Connect идет. Connectic пишет, что к Wi-Fi окей. Приложение Zoom пытается подключиться. Окей. Все, видим, что мы уже... Смотри. Оп. Ну как? Зайдем в настройки. А, надо сначала, чтобы настройки найти, остановить, пишет рекординг. Ну, запись, видите? Stop recording video, please. Стоп. Давайте пока остановим. Запись. Видео. Стоп рекординг. Ну вот и тормоз. Между прочим, не знаю, запись. Идет, не идет. Все, зашли. Что у нас тут? Default settings. Настройки по умолчанию. Wi-Fi settings. Формат CD-карта. Data Time Language вот есть. Давайте-ка мы посмотрим. Русский язык у нас есть. Да, русский. На программе русского языка нету, между прочим. Cancel. Хотел сбросить, не надо сбрасывать. В принципе, программа на английском. А, вот Language есть. А, нифига не Language. Это паркинг мониторинг здесь. Автоматический видео. G-сенсор. Data Stream. Detection. Ну, видите, все, в принципе, в этом. Там все на русском, здесь все на английском в программе. По самой программе. Ну и думает она, ё-моё. По 3 часа, ну, конечно, медленно работает программа на телефон. Не знаю почему. Сейчас у меня запись не идет. Сейчас мы включим запись, я покатаюсь. Сниму видео отсюда и покажу вам. В принципе, программа на телефон. Не знаю, в чем проблема. Но тут он думает очень долго. Так, может интернет отключить. Из-за интернета может. Так. Дальше. Запись, видим, сейчас идет у нас. Видите, моргает лампочка. Что тут у нас? Ага, расширить можно на весь экран. Вам не надо расширивать. Аудио рекординг, аудиозапись. Нет, не надо. Аудио пускай пишет. В принципе, сейчас должен записывать все. Я не знаю, можно посмотреть.
Чтобы пользоваться функциями программы, надо сначала остановить запись видео. Запись видео медленно останавливается. У нас тут стоп. Дальше, что мы тут можем? Обновление, добавить файлы. Можно файлы скачать. У нас видео нету, потому что по 3 минуты пока идет. Ну, вот такая программка. Да? Так, дальше-то куда нам? Real time. А, real time надо нажимать. Вот сюда, чтобы зайти. Ну, вот видим мы, да, как эта программа выглядит. Вот так вы тут можете смотреть. Посмотрим, что она позаписывает. Между прочим, еще есть программа на компьютер. Смотреть можете. Все, поехали-те. Больше нам здесь ничего не надо. Wi-Fi отключаем. Здесь отключаем. О, машинка подогрелась. Итак, друзья мои. Сейчас сюда вставляем. Ну, я сейчас поезжу по деревне. Посмотрим качество видео. Погнали. Все, поехали, посмотрим, что там у нас. О, можно сейчас смотреть номера. Видите, как они? Видно, не видно. Встречных машин. Так. В принципе, видите, как вот это снимают. Не знаю, как на камеру в салоне разворачивается на 360 градусов. Все четенько. Можете себя поснимать. Можете не поснимать. И не поснимать. Смотрите, оно разворачивается. Чук. Можно, пожалуйста, беседовать. Сейчас звук записывается. Посмотрим, как она звук пишет. Ну, сниму с нее с видео. И все. Качество картинки, конечно, не GoPro, но все же. Где-то у меня машина замерзла, скрипит. Тук. No connect. Запись идет. Все чутенько. Все, едем. Надо ночью, я не знаю, когда ночью. У нас здесь два фонаря, все горит. Это вам все-таки не город. Не знаю, если ночью попробую, вставлю, если нет, то в следующий раз покажу. Все. Едем дальше. Спутники видит, все видит. Достаточно удобно, смотрите, тут. Сразу же скорость вам показывает, время. Вообще удобненько. Все чётенько. Едем, тестируем. Для данного видеорегистратора есть программа отслеживать, где вы передвигались. Заходим на сайт Adzom. Ну, в принципе, инструкция здесь есть. Тут все прошивки есть, руководство, все тут есть. Полностью нам нужен вот этот GPS-плеер.
Нажимаем на него, попадаем на страницу. Здесь есть у нас для 64-битной версии Windows, для 32-битной и для macOS. Нажимаем, скачиваем, устанавливаем. Ничего сложного тут нету. Дальше что мы делаем? Запускаем программу. Он спрашивает, с какого диска. У нас диск, ну флешку я достал из регистратора под G. Чук, показываем, показываем, показываем. Выбрать папки. Все. Здесь что у нас происходит? Смотрите, у нас здесь, как я выехал, да? И сразу же скорость идет, куда я еду. И видео. Вот это я домой уже возвращаюсь. Видите, вот стрелка здесь идет. Так, давайте тогда. Еще батарея есть. Так, сейчас найдем. Вот это я у дома стою. Wi-Fi, пожалуйста, говорит, подключитесь. Так, дальше. Language вот есть, давайте-ка мы посмотрим. Еще у нас идет. Все, вот я еду, видите, где я проехал по деревне по нашей. В каком месте я еду, показывает. Вот такая программа, скорость передвижения. И карта, куда я поехал. Вот в данный момент я еду сейчас. Вот такая программка, чудесная. Вообще замечательно. Можно посмотреть, где я катался, и по картам посмотреть, куда я ездил. Ну как вам? Вот такое у нас сегодня, ребята, видеорегистратор был на обзоре. Качество видео сами видели. Ну удобный дисплей большой, все читается. Смотрите, батарея разряжена, не заряжена. А батарею еще зарядить. Все функции присутствуют. Цена адекватная. Все есть, что есть. Все. Все на этом. Ссылочки все оставлю в описании. Не стал я ни с чем сравнивать. Я говорю, это разные ценовые категории. Здесь дешевле в 3 раза. Кому подороже надо, выбирайте подороже. И не надо в комментариях писать, вот этот лучше. Вы цены сначала сравните. В данной ценовой категории регистратор замечательный. Все. Всем пока. Лайки, комментарии. Нас ждут следующие обзоры. Увидимся. Пока-пока.